12 апреля мир отмечает День авиации и космонавтики. Дата посвящена первому полету человека в космос. Событие, поделившее историю человечества на до и после. Имя первого космонавта носят улицы городов и районов. Есть такая и в селе Гиска. Накануне там появилась мемориальная доска. Ее открытие инициировали педагоги и школьники из средней школы номер 11. Улица Гагарина в селе Гиска названа в честь первого космонавта. Полет Юрия Гагарина в космос на корабле «Восток-1» с космодрома «Байконур» состоялся 12 апреля 1961 года. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. За это время Гагарину удалось впервые в мире облететь Землю по орбите. 12 апреля – это великий день. Великий день науки, профессионализма, тех людей, которые работают сейчас в космосе. И непосредственно нужно знать, что первый человек, который был в космосе, это наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Еще задолго до праздника ученики и преподаватели 11-й школы задумали изготовить мемориальную доску в честь первого космонавта и установить ее на улице Гагарина в Гиске. Ребята – участники школьного кружка «Поиск». Одним из достояний считают школьный музей имени Юрия Гагарина. Ко дню космонавтики всегда проводят экскурсии, рисуют, стараются больше узнать о выдающемся человеке. Но я знаю, что он совершил первый полет в космос в 1961 году. Я думаю, что важно увлекаться космосом, открывать новые планеты. Может, мы не одни есть во Вселенной. Он отважный, он даже не знал, что ему предстоит, если полетит в космосе. Он не знал свое будущее, просто взял и полетел. Исполнил, можно сказать, свою мечту. Именно благодаря таким активистам патриотизм всегда будет в сердцах молодого поколения, отметила глава администрации села Гиска. Инициативные люди очень важны в нашем селе, дабы такие люди воспитывают патриотичность наших детей, учат хорошему, воспитывают хорошему, чтят память о таких великих людях, как Юрий Гагарин. Елена Дьяченко, Диана Федоренко, Евгений Никонов. Первый Приднестровский телеканал.